18 концертов за 3 недели в 17 городах страны. Из грандиозного турне вернулся ансамбль «Танца Сибири» имени Гаденко. Когда красноярцам ждать выступления легендарного коллектива, расскажет Мария Семенова. Честно, я думала, буду где-нибудь 5 лет стоять день сзади, в последней линии, не трогайте меня. Веронику Попову пригласили в ансамбль 3 года назад, сразу после выпуска из Красноярского хореографического колледжа. И вот молодая девушка из Шушенского уже солистка. Эмоции от тура по России переполняют. Зрители с самых первых минут, как мы только вышли, сразу начинали аплодировать, хлопать, и ты заряжаешься вот этой энергией от них. И ты хочешь работать, даже несмотря к 10-й, 11-й концерт, ты уже не знаешь, где брать то вдохновение, чтобы выйти к зрителю с горящими глазами. А зритель сам тебя заводит. За 3 недели танцоры посетили 17 городов. В их числе Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Новосибирск дали 18 концертов. Честно, открыто говорю, что даже я только заикался, что мы хотим к вам. И они сказали, мы вас ждем, мы вас любим, мы хотим вас с удовольствием. И тур сложился очень легко. Мы смогли показать, опять же, свой уникальный стиль. Сибирский гаденковский стиль. Репертуар у коллектива, как известно, неповторимый. И даже если что-то греха таить, нас пытаются копировать, но это всегда получается плохая копия. Ансамбль всегда на высоте, и благодаря уникальным костюмам их шьют в цехе филармонии. Ольга Неделько работает 26 лет и вспоминает, как однажды для танца «Околица» пришлось срочно сшить больше 100 костюмов впятером. Эти костюмы мы шили за 2 недели, мы практически не спали. У нас последние костюмы одевали и сразу на сцену убегали. 16 апреля ансамбль «Танца Сибири» даст концерт в ГОРДК, а 22-го состоится вечер, посвященный дню рождения Астафьева и Гаденко. Они оба родились 1 мая. Мария Семенова и Андрей Магомедов. Вести, Красноярск.